Быстро загрызли, придется ждать, пока он резнется. Без него мне просто некуда лазить. У нас тухнут яйца, кстати говоря, в холодильнике. Надо это дело исправить. Мотовки какие-то. Не, ну это вообще только я поставил. Не, я, конечно, рад, что так получается, но. Че, ребят, оп-оп-оп, попадали. Попадали. Ждем, когда глазик проснется, иначе ничего не получится хорошо. Морковки, ну это фигня, три морковки, ну это ни о чем просто. Три морковки это фигня полная. Да, кстати, если не хотите, можете морковку не тереть. Все будет хорошо. Итак. Так, воспользуемся моментом. Все равно. Делать нечего. Выложим деревяшку сюда. И вкармливаем все три семечка. Ну, могло быть и лучше. Но тоже хорошо. Все, скармливаем, ладим эти драконьи фрукты. Попалась ворона. Ворона. Надо подумать, кстати. Насчет вороны. Птичья клетка. Нужно два папируса и золото дофига нужно. Единственное, что меня смущает. Папирус у меня есть, кстати, нет. Есть. Золото вот здесь у меня. Еще мне нужно будет две семечки. Выложим вот это. Берем две семечки. Семечки берем. И делаем клетку. Зачем? Не знаю. Просто так. Collection de Flam. Так, давай здесь вот. Ну, где-нибудь. Ну. Что ж ты такой? О, вот здесь. Здесь. О, часто. Молодец, мужик. Все, у меня три вида птиц, все сидят по клеткам. Всем все хорошо. Честер вернулся. Это значит только одно. На следующий день мы пойдем добывать камни. Тикс. Что, все забито, что ли? Да ну. Тикс. Пока еще не ночь, давайте запинаем к вам паучка. А почему бы нет? Надо справиться. Деревяшечка. Так, это на тебе. Иди, иди, тут много тебе что-то достанется. И тебе достанется. На тебе. Не даем себя бить, особенно паукам. Тоже тебя. Понятно. Выложим пока эту хрень.
Так, ребята, сейчас ночь будет, да? Кстати, все мое дерево в честно. Вот так вот. Молодец. Я одену шляпу. Будет вот такое. А вообще надо всю эту фигню разгружать. С собой она мне не понадобится. Поэтому убираем. Так, так, мышка работает. Тему шантер. Смотрите, кстати, тебе шант. Оп, и далее. Такой модный. Прям шотландец. Недоделанный. Так, это все убираем. Блин, куда сюда, чтобы за тобой бегать? Устроился. Ого. Сейчас мы, кстати, с голоду помрем. Надо что-нибудь пожевать, а жевать нечего. А морковки, его нормально. Так, 15 яиц. Давайте обновим яйца. И ломанемся за камнем все-таки. Хватит это терпеть. Все, забрали, валим. Вроде как от собак отбились, моржи убили. Надо валить. Нужен камень. Да проверим вот эту местность. Большое болото. Собираем траву, ничего особого такого там пазного не пропускаем. Пригодится по-любому. Бабочка, можно поймать, но мы не будем этого делать. Нам вроде хватает. Да исследуем карту. Ну, чтобы не было вот этих вот пятен слепых. Ну и все, валим вниз. За камни. Видите, пропал вот этот домик. Значит, у нас не будет больше моржей. По крайней мере, до сезона зимы. Зимой, сейчас сказал, как мужик. Значит, до зимы ничего не будет. Берем яйцо. И все собираем. Все это фигня полная, нам не пригодится вообще, скорее всего. Но вдруг. Лопата есть у меня? Ну скажи, что есть. Блин, вот из-за одного куста лопату брать. Пофиг. Пау. Куст мне пригодится для других целей. Я из него сделаю шапку. Будем прятаться. Ух ты. Я уж и забыл, когда в последний раз ягоды собирал. Проверяем ульи, надеюсь, здесь не эти бешеные, которые
выскакивают и убивают. Эти бешеные. А мне сюда, вот. Не, ребят, я пошел, вы ведь не против, правда? Это мне пофигу, против или нет. Я пошел. Ну что, приступим. Я пришел за камнем. Поехали. Adventure мод. Нам нафиг не надо. Не сейчас. Честер застрял, но ничего страшного. Неплохой такой камушек сейчас нашел. Блин, ну что ты встрял? Где сюда? Вот так можешь уйти? Все, иди за мной. Не хотелось, чтобы это случилось, на самом деле. Слишком много времени ты никуда сейчас идет. Ну да, я получу там, ну, мясо, ну, железа, да, все круто, но это место занимает. Ушла отсюда. Слеп совсем. Эх, ладно, шутка. Внимание у меня вообще какое-то сейчас рассеянное. Это есть свои причины, да? Что там горит? Это семечки, что ли? Да. Видите, мы неплохо подготовились и сейчас рубим как следует камень. Он там, скорее всего. Скорее всего, там шестеренки. Много. Что там у нас уж уголек есть? Да нафиг нет уголек, мне нужно камень рубить. Я потратил уголь. Вот здесь надо ставить костер. Кинуть сюда уголь один. И начинает рубить. Не нападает и хрен с ним. Я не собираюсь на время тратить. Не сейчас. Сейчас нам надо рубить. Добывать, искать, собирать. Вот. Надо подготовиться. Слушай. А, ты просто ушел. Ну и на тебя. Так, дождь пошел. Дождь это фигово. Дождь это очень фигово, и он будет тушить нам костер. Знаете, как он плохой стал. Вы быстрее, я сейчас потухну. Оп, оп, все. И пожуем немножко. Блин, в меня столько не влезет. Как он столько жрет? Убьем паука, что ли? Развлечения себе нашли на ночь. Что?
литра не хватает прям. Если конечная цель в игре в этой забеге нет. Так есть. Блин, я сейчас боюсь, что... А, все. Светло. Можно убивать. Чё нафиг я сюда попёрся? Вот это не знаю. Нафиг я пришел и слился вот. Не ожидал я, что только пауков вылезет. Здравствуйте, кстати, лиц. Добываю. Надо выработать все, достать все, что сможем. Камней много. Времени достаточно. Селитра мне не нужна. Подземки я еще не беру. Но, как я уже сказал, туда я пойду только в самом конце. Когда уже камней не будет. Ну или когда я буду уверен, что вот эта вот зараза меня, к примеру, не убьет. Слушай, а ты не могла чуть позже пройти? Зачем ты сейчас пришла? Ладно, пока не лезет, добываем. Стараемся на себя эту дуру не агрить. Очень больно нам наваляет. Дождь прекратился, шикарно. Очень шикарно. Ребятушки. Заберем эту золотишку. Видите, почти одно и то же. Ощущение, что здесь кладбище. Конечно, эти квины я вижу, но... Пусть все ползают. Не, не брони, ничего нет, ну нафиг. Только борода вон выросла. И все. Кстати, вот эта вот квина полазит, полазит, потом превращается в маленький кокон. Вот каждый из этих коконов может стать вот этой квиной. Знаете, на что я могу нарваться? Просто одни квины везде. И все очень больно бьют. Очень больно. Блин, я упустил такое паучье царство. Кстати, я что заметил? Всегда рядом с порталом Максвелла много пауков. Ты в подземелье лазил? Нет, 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 нет. Я не хочу. Да-да-да. Королеву клинков прям. Сейчас ярги набегут. Все дела. Добываем. Цель. Цель у нас в этой игре будет только одна, просто выжить как можно дольше. Вот именно вот это вот, то, что мы сейчас играем, у нас песочница. Мы добываем, ищем, собираем, как-то выживаем. Делаем все, чтобы нас не грохнули. Ну, насколько получится, настолько я и выжил. Собственно. Все делаем на стрим, чтобы... Человеки, которым это интересно, могли понять, как выживать там, в каких условиях, что лучше делать, и
скажем так, некоторые микро-моменты тоже для себя подметили. Так, чуть-чуть камня осталось совсем. Правда, желудок нам просаживается. Оп. А что в подземелье? Больно бьют? Там вроде еще фишки какие были. Да были, я просто не хочу пока. Я же говорю, я хочу выработать все, что есть сверху, потом валить в подземелье, потому что сверху делать нечего. То есть туда я пойду, там, с рулетами медовыми, чтобы там дольше посидеть. Мы исследуем все. То есть не то, что я боюсь, просто не хочу сейчас. Не время. Сейчас это все соберем, там, переработаем, что-нибудь построим, отобьемся пару раз. Потом уже такие матеры и пойдем под землю. Надо с собой камней набрать, кстати. В подземке там есть големы, если их кормить камнями, они за вас потом идут. Ой-ё. Знаешь что, я сломаю этот камень. Ладно, я его не сломаю. Я сделаю еще одну кирку, вот я сломаю. Ага. Я съем эту семечку у тебя на глазах. Все, я пошел. Это самое страшное, что может случиться. У меня здесь это... будет, короче, конец. Вот здесь. И здесь вот три квины идут. Это будет беда. Сейчас скоро будет уже темно. Все, камни кончились, что ли? Бочком, бочком. О, блин, мы сейчас тут это останемся такими темпами. О, хорошее место. Очень хорошее место. Камней по максимуму набираем, пауков этих не трогаем, потому что у нас сагрится все вообще, что там есть. Я этого не вывезу. Так. Так, камень. Почему я не могу камень? Потому что селитра, нафиг не селитра. Брось бяку. Рубим камень. Добываем золото. Хотя золото мне уже давно нафиг не нужно. Не-не-не-не-не, я пошел. Ребят, вы же сами сейчас нарветесь, по мне от всего углю бегать, понимаешь? Меня он не понимает. Я же сейчас просто расстроюсь и забью тебя. Не хочу, ждем. Слышите, да? Та-дам. Сейчас рука такая попадет. Уды! К моему костру. Как говорится, на чужой каравай. Ребят, ну, короче. Достали меня оба. Так, нам вообще надо это, не увлекаться процессом. Сейчас вот дособираем здесь камней и валим отсюда. Все равно. Так, это тебе. Опа. Че делать? Омлетик один съедим. Нормально. Живем. В общем-то, пока кирка не сломалась, мы сидим тут. Потом свалим. Ну, как бы камни есть. Золото есть. Крыша едет потихонечку. Фигово, конечно. Ничего не поделаешь, пусть едет. Так.
Я все чаще прислушиваюсь к всяким звукам, потому что как печаль может быть, если сейчас собаки набегут. Мне придется бегать через пауков. Я там нарвусь на квину, и не факт, что на одну. 2-3 удара, я без брони. То есть это есть, но этого мало, еще шлем нужен. И я скопытюсь по дороге до дома, и все мои вот эти вот вещи будут валяться рядом с пулями. То есть просто так я вернуться не смогу. Это будет большая беда. Так, 38%. Мы почти доломали кирку. Хорошо. Идем наверх, добиваем камни. Тут их не так много осталось. Правда, и еды у нас не осталось, так что надо тоже учитывать. Тук-тук-тук. Перебили. Так. Семки нас просто спасут, если что. На крайний случай съедим, а так будем сажать. Естественно. Кстати, странно, почему вот этой штукой он тоже не ломает камни. Ну хотя ладно, как бы не для того она была сделана. 20%. О, отлично. О, да тут, слушайте, жить и жить. Смотришь на это и думаешь, надо тебе это все, нет? Вроде как не нужно. Поэтому что ты не унесешь? Ну, выкинь, раз не унесешь что-то. Все, сломал. Ладно, валим отсюда. Ну нафиг. Мы знаем, что здесь много камней. Это радует меня. Реально. То есть на какое-то время у нас камни будут. Показываем край карты для самих себя. Все. Оббегать будем вот так, но, скорее всего, это неправильно, потому что там пауки везде. Золотишко валяется. М-да. Рискуем. Рискуем. Очертили карту. И валим отсюда. Ловить мне здесь больше нечего. Поэтому сваливаем. Все, что мог, я сломал. Уходим. Вообще, на сегодня у меня план выжить 150 дней и хватит. Да. Это будет наш своеобразный юбилей, с которым мы отпразднуем наш новый смайлик Гэндальфа. Так, а вот эта червоточина куда меня ведет? Снова олень. Свою страну оленью. 4 гнили. И мы где-то далеко летят поезда. Ах, ладно. О, гниль. Хорошо. Слушай, давай сделаем вот